Всем привет и добро пожаловать в игру логическую. Сегодня я вас обучу, как же все же побеждать в этой игре, и рассмотрим пару тактических условий, ведь это очень необходимо. Всегда берите, качайте везде казармы, ведь они вам дают вербовка пехота, вырубка пехота. Много, конечно, у меня тоже. Что нормально, в принципе. Ну а что тут думаете? Казарм потом, в принципе, у нас построено порт, который нам дает производство ресурсов 25. Время погрузки минус, повышение его духа, ну в общем производство. Больше, там гусик больше. Рекомендуется это за 10 тысяч. 10 тысяч. Так, в принципе, нам и хватит. Нам нужно, кстати, контролировать эту функцию. Так, дрова. Здесь нужно бы построить чаще всего, чем какие-то порты для производства уж пехоты, да. Так, давайте. Вперед, ну ладно. 1500. Если кто вас атакует, у вас есть куча монет. Покупайте, цените монеты. Так, 1500. Это очень важно. Когда у вас здесь деньги, у вас реально сила воли, потому что вы можете покупать и тратить, тем самым ниже экономика. Пытайтесь делать тактику так, чтобы экономика покупала, чтобы деньги тратили на ресурс, как я сейчас. Конечно, не трачу. Старайтесь поскорее так сильно. Я создал какой-то войска сами, потому что я не слышу. Западная атака. Кем? Западная битва. Западная кем? Западная уже. Это было недавно. Можно обменяться с кем-то другим. Кто это был? Человек. Окей. Пишем. Привет. Привет. Прям привет. У меня есть идея. Где? Везде. Сейчас помню. Триполи. А, кто у нас? Ой, все. Ой. Триполи. Триполи. Хорошо. Триполи. Со мной на страну Триполи захватим и поделим на пополам. Как тебе идея? Итоги доступны 28, 27, 100. В принципе, мы не знаем, это будет не трог. Фраза продвигаем, разберемся. Не знаю, прям не могу сказать это. Если я не могу сказать, напишите список, я расскажу. Ответ на вопросы. Привет. Нападем
на западный Алжир и поделим нам пополам. Как тебе идея? Отправляем, там еще перепутал западный Берег. Он от тебя так что ты с нами? Будто они друзья, нам подписчиками это захватить, мы как-то завоевали бы их. Ну и полвеку, потом делимся командой, строили какие-то союзы, например. Кто, наверное, кто-то будет вступать, потому что самому тяжело будет. Когда тебя обоюют, раз тогда убирайте. Потому что когда вы делаете, создаете, на вас могут напасть. Это самое плохое. Пошли дальше. Интересный факт. Следи за новостями. О, тут не было. А, нет, тут будем. Франция. Точно не было. Ты перепутаешься. Никто не пишет ничего, так первым местом. А, мы открывали Стройский союз, и там тусуется, то пора потихоньку армию собирать. Вот. Они стоят не здесь. А, тут он сразу понял. Тиммейт. Давайте вместе тиммейту. Или здесь потом будем. А, наверное, еще точно. Блин, здесь подходит. Это скидки комментара обожают, 120 тысяч. Раз поднял монету, плохо. Но потом накупите 200 тысяч. Думаю, будет офигенно, вы экономику лечите. Это тоже секретная тактика. Да, мы не по-моему продаем, тем самым... Давай их оставляем, а других попадаем. Я бы хотел... Возьму. Оборону строить.
свой аккаунт.